Мельницы считаются одними из величайших изобретений в истории, и неспроста. Еще относительно недавно их можно было заметить практически во всех уголках мира, в разных формах и конфигурациях. А сегодня мельницы в их классическом понимании просто-напросто массово исчезают с лица нашей Земли и из нашей памяти. Кто-то сознательно стирает нашу историю, нашу настоящую, реальную историю. Куда же пропали все мельницы, если раньше они были повсеместным атрибутом сельской и городской жизни?